Ну что, вот и наш летний видеомарафон подходит к концу, и в завершении у нас Fallout Shelter. Давно я не рубился в данную игру, и у меня здесь полно всего накопилось. Давайте же соберем, конечно, откроем кейсы, и тут у нас вон много-много всяких ресурсов. Я надеюсь, вам видеомарафон понравился, и вы поставили большие пальцы вверх, и кто-то, возможно, после видеомарафона добавился, подписался ко мне на канал, и будет лицезреть новые видосики. Так, здесь у меня, значит, чувачки поднялись до нового уровня. Куча народу, конечно же, ждет, когда я открою им убежище. Кто в данную игру рубится, отпишите в комментариях. Игруха достаточно старенькая уже. Вышла она, насколько я помню, в 2015 году. И вот до сих пор кто-то в нее даже фигачится. Так, здесь у меня чувак поднял левачок в выносливости. Так, мы можем, конечно же, отправиться, наверное, в какую-нибудь миссию интересную. Где тут у меня смотритель? Список миссий. Так, блюз утраченные бутылки, дружественные поселения. Опа, у нас где-то чувак появился. Смотрим, 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 смотрим. Где ты, тварь? Причем близко где-то, я считаю. Где ты? К сожалению, когда у вас очень много комнат, его сложно... О! Нашел. 315 дали. Неплохо, но маловато, конечно. Но я его заметил. Так, нам с водичкой что-то не очень везет. Давайте какой-нибудь ускорим. Так, да нет, я хочу на саму эту нажать. Происшествие 18%. А, давайте позже. Отлично, успех. Вот, теперь у нас с водичкой проблем нету. С жрачкой вообще проблем нету. Так, когда у нас много людей на жрачке, надо их отправлять на воду. Так, здесь у нас не так много людей. А, нет, все 6 человек. Конечно, не забывайте повышать спешл всем своим персонажам. Так, чувак, тебя можно, в принципе, отправить тоже будет на какую-нибудь спецоперацию. Так, давайте список операций посмотрим, что у нас здесь. Испытание, игровое шоу. Жажда странствий. Так, здесь вот на несколько минут можно отправить, но он пару бутылок принесет. Здесь 6 часов. Давайте выберем. Так, кого же из вас отправить? Перерыв, вот давай тебя. Раз ты на перерыве, тебя. Я их обычно и отправляю на... различные задания. Бар, клиника. Нужен еще кто-то на перерыве. О, и тебя. Начать задание. Все, чуваки, короче, побежали. Прокладывая путь. Задание пошло-поехало. Так, еще где-то можно выполнять различные миссии. Вот сейчас бы только вспомнить. Давно уже не рубился в данную игру. Так, у меня здесь куча всего, кстати, есть. О, давайте откроем. Че у нас тут дадут? Так. Охотничье ружье, фигня, пища тоже не нужно. Увеличительное стекло. И последнее, а не последние крышки. И вот сейчас последние крышки. Давайте еще одно откроем. Люблю кейсы открывать. Кто тоже любит открывать кейсы, большой палец вверх. О, нормальное ружьишко дали. И Лавренсий Ян какой-то у меня. Похож на какого-то короля. Не знаю, у меня места, конечно, для него хватит или нет, но я думаю, я его куда-нибудь назначу. Микроскоп дали, боевая броня это у меня есть. И снова крышки. Крышки здесь, конечно, основной ресурс, на который мы строим различные комнаты. И не только. Сейчас, конечно, активность в данной игре стала меньше. Раньше, когда она только появилась... О, костюм священника у нас теперь есть. Можно кого-нибудь назначить священником. У меня там есть один бородатый мужик. Так, снова у меня чувак там появился, но я сейчас не буду им заниматься. Так, крышечки. Что здесь у нас? О, Марк Бойд. Скорее всего, это какой-то рестлер. Прошлом. И хаски. Класс, мне собаку дали. Прикольно, давайте еще разочек. Да, здесь уже давно появились
различные питомцы, стимуляторы, которые мне тоже не нужны. Тайный агент. Прикольно, крышки. Отлично, последний, короче, кейс. Я надеюсь, что-то здесь действительно крутое попадется нам. Итак, значит, пища. Опа, что-то легендарное. Шкура Яогая. Ладни Ивангая. Так, дальше что у нас? О, нормальный стволевский. Ржавая снайперская винтовка. Так, ну все, отлично. Я рад, покупать еще я не хочу. Итак, подсказка. Опачки. Так, людишки. Кто-нибудь вот давайте отсюда тушите. Тушите, иначе мы сейчас все сгорим нафиг. Так. Давайте. Тушите, иначе сейчас другая еще комната у меня загорится. Так, подсказка. У вас закончилось место для предметов. Вы не потеряете новые предметы, но не сможете получить к ним доступ, пока не разместите их в хранилище. Слишком много у меня, короче, предметов. Давайте вот отправимся сюда, и вот это можно удалить. Я понял тебя, и я продам. То, что мне не нужно, вот это тоже можно продать. Что тут у нас еще? Это классная штука. Вот эта вот штука нафиг не нужна. Вот эти пистолеты тоже. У меня есть оружие посерьезнее. Кий бильярдный. Ну ладно, я его оставлю. Может, просто пригодится чувакам поиграть. Так, все, в принципе, здесь у нас 11 штук, блин, вот это надо поудалять. Так, костюмчики надо одеть, хлам различный есть. Прикольные питомцы, это все мои питомцы. Пастушья собака, сиамская есть, прикольно, а где они у меня? Так, ну вы молодцы, почти все потушили, надо вас немножко подлечить. Так, а как вот мне на другую нажать-то, а? Ну все, молодцы. Разобраться с 35 происшествиями. Женщину мне другую надо вот вылечить немножечко. О, или я не на нее нажал. Все, они, короче, побежали обратно трудиться. Отлично, мы сейчас пока все соберем. У меня на максимум уже чувачки есть прокачанные. Так, я хочу какую-нибудь миссию выполнить. Что-то почему-то мне их не дают. Так, здесь что у меня? Чувак с нормальной пушенцей, как вы видите. Может быть, на нас сегодня рейдеры даже нападут или какие-нибудь другие твари. Так, хранилище здесь все прокачано. Здесь что у нас? Парикмахерская. Давайте, кстати, кого-нибудь пострижем. Мне интересно, я никого еще не стриг. Вот кто у нас на максимум прокачан. Давайте вот тебя возьмем, женщина. Парикмахерскую. И кого-нибудь еще тут на максимуме. Вот тебя, чувак. Мне кажется, нужно избавляться от этих дредов. И мы что-нибудь тебе другое сейчас придумаем. Так, ну давайте. Посмотрим. Фабрика тем, здесь тоже можно какие-то темы делать. Честно говоря, 1000 лет не заходил в игру, поэтому сильно меня там не ругайте в комментариях. Сейчас мы вот отсюда вот этих вот по максималке отправим. Вот эту лабораторию тем, фабрику тем. Тебя, чувак. И попробуем какую-нибудь тему замутить. Тему надо мутить. Так. Отличненько. Все, давайте сюда перейдем и изменить. Так. Че у тебя тут с прическами? О, какие. О, можно седую из нее сделать. Давайте сделаем из нее блондиночку. 700 вот этих фишечек будет использоваться. Так, она садится. А, тут все выполняет робот. Кстати, графончик прикольный. Зря туда двух чуваков отправил. Так, фабрика тем, создать. Ага, так, у меня чувак там появился опять где-то. Смотрим, где он может быть. Дун-дун-дун-дун.
Где-то типовский. Чё-то я его не вижу. Скорее всего, он где-то тут внизу. Эх, говнюк исчез. Ну ладно. Ничего страшного. Так, фабрика тем. Давайте создадим. Жилая комната братства стали. Найдено фрагментов чертежа. Ага, тут еще чертежи надо находить. А чертежи у нас находятся только в специальных миссиях. Так. Прокладываю патруль. Выполнено. Так, эти, короче, у нас движутся. Задание дня. Задание недели. Есть какие-то еще обычные задания, на которые мы отправляемся. Сейчас я попробую посмотреть. А, все понятно здесь, не то. Так, руководство по выживанию. Костюмы. Хлам. Давайте, кстати, на кого-нибудь оденем этот костюм спецагента. Очень он меня заинтриговал. Кто у нас тут совсем раздетый есть? Ниндзя всякие у меня здесь бегают. Так, кто у меня там прокачивается? Вот, может, на тебя, чувак, оденем. Как ты у нас будешь выглядеть в костюме спецагента? Опа. А где костюмчик? Чё-то костюмчик-то не видно. Давайте перейдем, наверное, на склад и... удалим все ненужное. А, у меня 488. Правильно, тайный агент. И не используется. Так, вот можно эти удалить. Эту тоже можно удалить. Эту можно удалить. Так. Вот этих как много тут. Офигеть, по одной оставим. Так. Отличненько. Все, короче. Давай я на тебя, чувак, одену. Костюм спецагента. Вот это что, кстати, за костюмчик? А, ну это вот король как раз этот. Так, где же ты, где? Костюм тайного агента. Опять его нету? Что за фигня? Я не понял. Так, заходим еще раз в костюмы. Подсказка. Вы можете превратить предмет в хлам. Не, не хочу я превращать его в хлам. Так, или он девушке какой-то только одевается. Ну-ка, давайте девушку выберем. Так, что-то не видно, не видно пока. О, спецагент есть. А почему у тебя нет его? Или я его пропустил? Давайте чуть помедленнее. Не, реально его нету. Походу он только к девушкам применяется. Опять этот чувак у меня где-то там появился. Спецагент. Ну-ка, как она выглядит у нас? Чё-то спецагентского у нее совсем ничего нету. Ну да ладно. О, кто-то у нас тут... появился, твари всякие, твари. Так, кого откуда будем брать? Давай-ка иди отсюда. И вы отсюда. Все, у меня больше никого нет свободных, что ли? Свободный контролер. Ух ты, нифига себе. Так, тебе нужно оружие покруче. Вот тебе вообще нужно оружие. Надо дробач тебе. И надо костюмчик тебе нормальный тоже подогнать. Вот такой вот. Давайте фигачьте их. Так, немножечко прокачаемся. Я полагаю, им нужна подмога. Где у нас тут еще есть свободные чуваки без дела, которые шляются? Ну или хотя бы прокачиваются. Вот тебя давай, дорогуша, мы тоже сюда отправим. Так, здесь у нас тоже бездельники есть. Упс. Так, не туда я ее назначил. О, черт! Сейчас они у меня будут умирать потихонечку. Надо подлечивать их. Так. Неплохо, неплохо пока. Все справляются, молодцы. Чего у тебя за ствол? Ну, нормально, в принципе, должен отбавлять.
Дохнут, твари, дохнут потихонечку. Так. Отлично. Фигачит, короче, они там неплохо. Эти чуваки у меня идут к заданию. Очень долго. Можно, кстати, дойти мгновенно. Давайте дойдем мгновенно. Попробуем. Та-та-та-та-та-та-та. Отлично. О, вот, точно. То есть, это сейчас у нас будет офигенское задание. Блин, а я чувакам-то не дал аптечек. Чё-то я совсем не посмотрел. Они же у меня сейчас могут умереть. А здание здесь большущее. Ух, нифига себе комнат сколько. Ну чё, давайте, чуваки, сюда вот перемещайтесь. Давайте сюда. Интересно, что сейчас делают в убежище? Блин, я никому не дал им аптечек. Ну давайте, я надеюсь, вы их быстро убьете. Хорошо, что чуваки у меня до 50 уровня прокачаны. То есть у них меньше вероятности того, что они умрут. Ну чё, давайте двигаем. А, вы хотите, чтобы я что-то тут сделал? Я что-то тут сделал? Давайте двигаем дальше. Поехали, поехали. Чё стоим? Еще твари. Ну, вообще нормально они отбавляют. Ну, давай. Давай, жги, мужик. Думаю, что данное видео на Fallout Shelter будет последним. Больше мы, наверное, к этой игре не вернемся, потому что популярность она давно уже потеряла, я так думаю. Ну, что я должен, блин, нажимать, чтобы вы туда шли? Так, здесь у нас что-то есть. О, против радиации. Здесь у нас тоже что-то интересное было. Ну, а дальше лифт, скорее всего. Музончик такой мрачный, как будто мы на Чернобыле прям. Итак. Ну, давайте, чуваки. Ага, тут тоже у нас кто-то что-то есть. Жаль, вот аптечек нету. Ну сейчас мы прошарим, может быть и есть аптечки у нас здесь. В конце по-любому какая-то злостная тварь нас будет ждать и останется только один. Но я надеюсь, я и остальных смогу потом подлечить, воскресить и так далее. Ну давай, давай. Фигачите, последняя же осталась тварь. Давай, отлично. О, бутылочка. Чертеж какой-то, неплохо. Передвигаемся дальше. Опачки. Спасибо за то, что уничтожили этих грязных тварей. Блин, это наши чуваки? Продолжайте в том же духе, и тогда мы сделаем вас почетными членами братства. Спасибо, чем еще мы можем вам помочь? Может, уничтожите мерзких гулей в убежище? Так. Успех. Мы прошли, то есть, да? Да, но я хочу еще дальше. Мне интересно, что есть еще в этом здании. Так, давайте сюда зайдем. Здесь у нас... Оп! Крышечки. Здесь что у нас? Пока тоже ничего интересного. Передвигаемся, передвигаемся. О, еще немножко тварей. Отлично. Они, короче, хотят нас отправить в другое убежище, чтобы мы там сделали зачисточку. Трехкратный урон. Нормально. Так, у нас осталось пару комнат, и я думаю, что все у нас. Здесь по-любому должен быть какой-то ништяк. Нет, здесь ништяков нет. Вот здесь вот есть что-то. Так, еще фрагмент, еще один фрагмент. Ну все. Мы молодцы. Вы точно хотите, чтобы ваши жители вернулись в убежище? Да, я хочу. Все, мы все необходимое забрали. Вернуться в убежище. Класс. Короче, чуваки сейчас потихонечку будут перемещаться. Очень медленно будут перемещаться. Но рад, что я взял прокачанных персов, и никто из них не погиб у меня, выполняя эту тяжелую миссию.
Ну что ж, наши чуваки бегут. Можно мгновенно, конечно, их отправить. Но ладно, это я делать не буду. Выполнено у нас здесь. Снова нам ништячков дали. Да, свободного места почти нету, это я уже понял. Ну что ж, дорогие друзья, вот и видеомарафон подошел к концу. Я надеюсь, вам понравилась подборка видео, которые я подготовил для вас, дорогие друзья. Ну а на этом мы закончим. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!